шопинга и модных покупок. Сегодня у нас очередная распаковочка, и вы видите, что интерьерчик немножко поменялся. Дело в том, что мы недавно отпраздновали день рождения моей младшей дочери, нам исполнился один годик, и мы просто еще не успели разобрать декорации, но это нам не мешает делать очередной обзор наших покупок. Итак, сегодня у нас распаковочка обуви от компании CA. Кто не знает о компании, можете почитать небольшую историю. В принципе, компания очень интересная. До сих пор в Германии нидерланды спорят, чья же это торговая марка, потому что основатели этой фирмы выходцы из Германии, но жили они в Нидерландах. И, собственно, первый магазин они открыли тоже в Нидерландах. В Германии он перекочевал намного-намного позже. Но немцы считают, что это их бренд. Ну, хорошо посчитают. В принципе, для нас главное, чтобы это было качественно и недорого. И первыми хочу вам показать вот такие вот эспадрилечки. Мне они очень понравились сразу. Я взяла их для своей дочки. Но дело в том, что они идут маломерки на целых два размера. Я брала размер 38, было указано, что они идут на ногу 37, но даже на ногу 37 они узкие, точнее они не узкие, вот за счет вот этой части, которая является более твердой, очень-очень неудобно, некомфортно, поэтому если вы собираетесь покупать вот такую модель обуви, то берите где-то на размер, а то и на два больше. Я имею в виду, если вы будете заказывать их через интернет. Потому что на самом деле покупать обувь через интернет очень и очень сложно. Потому что если даже указана ваша размерная метка, то это не значит, что они подойдут к вам идеально. Потому что может быть где-то больше, может быть меньше. Возможно, эта обувь будет на широкую ногу, совершенно другой подъем, поэтому покупая в интернете, есть очень большие риски, и обратите внимание, чтобы этот товар был обязательно возвращаемый. Следующая пара обуви — это опять-таки эспадрилечки. Вообще суперские, я в них влюбилась, как только их увидела. И для того, чтобы не ошибиться с размером, я взяла сразу две пары, размер 40 и размер 38. 39 точнее, но все равно я прогадала, потому что длина соответствует размеру 39, то есть на ногу 25,5, но дело в том, что они очень широкие, и они широкие в подъеме, то есть эта обувь идет на широкую ногу с большим подъемом. Но согласитесь, что по виду они просто бомбезные. 40 размера у меня сразу мама отвинтила. То есть они подошли сразу, она их у меня забрала. Но я до сих пор думаю, что делать с этими сподрельками. Может быть, как-то вставить резиночки. Хотя это пара обуви, в принципе, возвращаемая, но я очень в них влюбилась. Поэтому я думаю, как бы их сфиксировать, чтобы они подошли на мою ногу. Возможно, одену резиночки, а возможно даже я, наверное, я выставлю эту пару обуви на продажу. Поэтому, девочки, если вы из Украины, если вам очень понравилась эта моделька из подвели, если у вас ножка 39 размера, широкая ступня или широкий подъем большой, и вы хотите их приобрести, пишите в комментариях, пишите мне в личку, я вам расскажу, как их заказать. И однозначно я их купила дороже, но я их продам дешевле. Поэтому спешите. Ссылочку на то, где их можно приобрести, вы увидите в описании под видео. На этом
этом я заканчиваю наш сегодняшний обзор. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайк или дизлайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И совсем скоро вас ждут новые обзоры. Надеюсь, что от компании BeFree, Love Republic и многое-многое другое. А на сегодня все. Пока-пока!